В Новочебоксарске определили победителей конкурса школьных газет «Школа пресс». Мероприятие традиционное, уже 13 лет его проводит издательский дом «Грани». О том, как меняются школьные газеты, репортаж Марии Шоклевой. «Школьная галактика», «Лицеист», «Вести класса», «Жизнь с портфелем» – все это названия детских газет. Более 150 изданий представлены на суд жюри и на обозрение участникам. Здесь можно подсмотреть идею для нового выпуска. А еще конкурс «Школа пресс» дает юным корреспондентам уникальную возможность поучиться у директоров ведущих СМИ республики. Сегодня для того, чтобы выделиться и для того, чтобы тебя узнали и чтобы тебя начали смотреть, тебе нужно предпринять огромное количество усилий, ну, потому что в день там в YouTube загружается больше миллиарда видео. Да, и как бы кто ты из этого миллиарда и почему я должна тебя включить. Если я буду рассказывать, ну, что я сегодня поела, куда я сегодня пошла и по какой улице я сейчас иду, ну, скорее всего, я буду там одной из миллиарда, и это будет никому не интересно. Но если каждый из вас начнет думать о том, в какой области он эксперт, да, у каждого может быть экспертное мнение. Кто-то прочитал много книг и может выступить, ну, условным критиком, да, и рассказать, и что-то посоветовать. И если ты делаешь это интересно, если ты это делаешь хорошим, богатым, красивым языком, а не на сленге и через слово там запинаясь, да, если ты можешь что-то дать и что-то чем-то поделиться, да, то, скорее всего, люди на тебя подпишутся. Сначала один, потом второй, и потихонечку эта волна все-таки придет. Интернет сильно влияет и на содержание газет. Ребята активно пишут о своих увлечениях, шутят, размещают огромное количество фотографий. Наконец-то мы видим, это тоже результат нашей работы 13-летней, мы считаем, что мы к этому причастны, мы видим свободу слова в школьных газетах. Дети уже не боятся критиковать и оценивать и анализировать ту действительность, которая происходит не только на территории школы, но даже и того населенного пункта, где выпускается эта газета. «Школа пресс» – это детальный разбор статей, фотографий участников и много, очень много полезных советов. Это, во-первых, иногда не цепляющий заголовок. Иногда это отсутствие то, что называется лид, то есть вхождения нет в статью. И еще неправильно немножечко дизайнерски оформленные вещи. Это, например, в вашей школе 50 лет, вы заявили на первой странице, что вам 50 лет, но вы начинаете с какой-то статьи из Википедии. Я хочу прочитать про 50 лет. Тренды пошли, фотографии должны быть крупными. Нельзя их уменьшать вот такого формата, если вам газету принесли, а вы его уменьшили из-за того, что у вас текста много, места не хватает. Ценность этого кадра в газете сразу пропадает, его никто не заметит и никаких эмоций она не вызовет. Юля и Вероника приехали из Нижнего Новгорода. В редакции 12-й школы работает всего 7 человек. Юнкоры не ограничивают себя дедлайнами. Выпускают газету «Миг» по мере возможности и точно знают секрет успеха. Нужно выложить на полную, влить в этот материал частичку себя, и тогда его точно будут читать. Нижегородцы стали призерами конкурса сразу в нескольких номинациях. Лучшую газету выпускают в Чебоксарской школе 48, а журнал наших юных коллег «Кучмала» победил в номинации «Лучший дизайн». Мария Шоклева, Валерий Резюков, «Республика».